встречи в этом зале собрались на торжественную регистрацию бракосочетания жениха. Олейник Александра Викторовича и невесты Соболевой Ирины Леонидовны. Твердо ли вы уверены в своих чувствах? Готовы ли вы создать крепкую семью и ответственно относиться к семейным обязанностям? Прошу ответить жениха. Прошу ответить невесту. Сегодня, 11 августа 2012 года, брак граждан Российской Федерации Олейник Александра Викторовича и Соболевой Ирины Леонидовны зарегистрирован. И я с огромной радостью объявляю вас сегодня мужем и женой. I'm there.